Тут, друзья, как, знаете, бывает иногда, рояль в кустах. А тут у нас вместо рояля, значит, вот Виктор проходил мимо, и он нам хочет рассказать историю про вот этот затонувший, не знаю, как, корабль. Настоящий корабль, да. Что там? И как-то эта история связана с запретом на алкоголь. Что там за история? История выяснилась очень простым образом, потому что вот если вот ты посмотришь вот туда вот на домик небольшой, это да. Второй, вот не где бич-шайк, а прямо за ним. Да. Они оттуда водят экскурсию. Там всякие, они называются доценты, которые водят экскурсию. Мы взяли это место, вообще очень исторически доценты интересно. Доценты с кандидатами, так. Да, и вот, вот эти стены, если ты покажешь, тут да. эти стены, это как-то вода отходила там 3000 лет назад. В этих стенах там есть ракушки, вот прямо вот. Кошмар. И современные надписи там процарапаны. Надписи, это мало интересно современные, так. А вот то, что было тысячи и тысячи лет назад, там всю эту историю рассказывают. То есть все не просто так. Это все не просто так. Там ракушки на высоте там скольких-то метров. Ой-ой-ой. И они разные там. Ой-ой-ой. Cambridge period, всякое такое. Так вот, возвращаясь к кораблю, они рассказывают такую историю, что во время Первой мировой войны так. была большая нехватка стали. А то. И поэтому, ну, да. сталь там шла, она, пушки и все прочее. Да. И поэтому в Америке решили в порядке эксперимента построить 20 кораблей угу. из цемента. То есть колокола переплавлять никто не догадался. Колокола переправлять догадались в другой стране. Да. А вот здесь вот они придумали, колокола, кстати, не из стали сделаны, это отдельная история. Да. Вот, они сделали 20 кораблей, которые были сделаны из железобетона. Ну, в основном угу. из бетона, там с какими-то сетками из этого. Угу. И они все благополучно плавали, пока один из них на что-то не налетел, типа на какую-то скалу. И тут же затонул, потому что металл бы как-то, видимо, выдержал, а цемент кошмар, он тут же так. начал крошиться и затонул. По этому поводу война уже как бы кончалась, и уже нехватки стали не было, и уже как бы корабли эти были особо так сильно не нужны. Так. А они решили, что остальные 19 кораблей, они как бы снимут плавание, потому что и они тонут при первой же как бы возможности. Хотя да. затонул только один. По этому поводу вот этот вот корабль, который вот там вот стоит, так. его ну, начали думать, куда бы их девать. И их пришвартовали. И вот один из них попал вот сюда. Корабль был совершенно не тронут и на плаву. Ничего абсолютно плохого с кораблем не было. Выполнял свои функции, все, затонул другой, похоже. Так. Ну, мало ли похоже. Короче говоря, его притащили сюда. И он какое-то время тут стоял, не знали, чего как бы с ним его придумать. Так. А в начале 20-х годов началось то, что называется по-английски prohibition. Запрет на алкоголь. Я думал, что То есть на суше нельзя, а на воде как бы можно. Ага, exactly. Да, на реках, на всяких таких, да. на суше нельзя ни производить, ни употреблять алкоголь. Я думал, что это вообще prohibition длился пару лет. Но вот, вот нет, час назад да. выяснилось, вот я только что из Майнера приехал, и они сказали, что этот prohibition длился 14 лет. Это много. Они поэтому за это время создали такую серьезную мафию, которой не было раньше близко. Они создали конечно. Контрабанду, там всякая мафия. Но обидно, что они вырубили все виноградники, потому что нельзя было продавать. Вырубили все виноградники, которые им там было. Привезли виноградники. Южная Калифорния вся была виноградная. Ну и здесь и они тоже ее там всю повырубали. И в Напе была, да. и здесь Санта-Крус-Маунтин. Тут всюду были виноградники. Да. Привезенные из разных областей Италии. Там, там есть из Тоскани, там да. есть специальные редкие сорта винограда, которые они выращивали. Угу. Из Франции много привезли шампанское. Так. так поскольку у них невозможно... То есть виноградники как бы нельзя было, никто не возражал, но сколько нужно виноградного сока. Да. А вино было нельзя производить, поэтому львиная доля этого всего позакрывалась. Угу. Редкие виноградники сумели выжить там благодаря всяким там хитрым делам. Да, например, для церковных нужд сладкие вина. Да. Да. Я не знаю, как со сладкими винами, не буду врать. Есть, сохранилось вайнери в Лос-Анджелесе, прямо почти в даунтауне стоит. Мы угу. каждый раз, когда едем, мы заезжаем, берем пару значит, ящичков, тоже кардиналы называется угу. вино. Потрясающе совершенно. Напоминает Лидию советскую. А, сладкую. Сладкую. Понятно. Да, Сан-Антонио вайнери она называется. Она выжила, потому что у нее была лицензия на производство сладких церковных вин. А мы только угу. что приехали с моей женой из Боржетто. Это да. итальянское вайнери в четырех
поколения. Да. И там они книги выпускают, и очень хорошее вино. Если бы оно было бы немножко подешевле, было бы совсем здорово. Так к кораблю, если? К кораблю. На корабле устроили такое типа притона. Ага. Ну, там с женщинами, с вином и со всем прочим. И он существовал какое-то время. Жалко, что закрыли, естественно. А потом прохибишн-то кончился, да. 14 лет спустя. И вообще это потеряло всякую как бы смысл, и корабль остался. Вот этот пир, который вот все да. могут видеть, его специально построили под этот корабль. Его как бы не было. Это не то, что корабль подогнали к пиру. Этот вот пирс. Кстати, все наоборот. По-русски пирс, наверное, называется, да? Или ворф, причал, там. Да. Ворф это тоже не по-русски получается. Вот верфь. Этот причал, да. верфь, построили вот специально для этого корабля, который пришвартовали. И он там был на плаву. И продолжал быть на плаву. Пока вот это все безобразие уже, не кончилось. То есть вино ушло, женщины ушли, а корабль оставался. Женщины ушли, вино стало повсюду доступным. Так. Женщины тоже стали повсюду доступны. Да. А корабль как бы потерял свой смысл. Кроме того, тут бывает, что это все-таки океан, хоть он и тихий океан по определению. Да. Иногда тут штормит. Да. И несколько штормов, как бы так, раз в 10 лет, они постепенно начали разрушать это дело. И один из штормов, по-моему, в 84-м году, он его расколол пополам. Угу. Это уже намного-много позже, естественно. И корабль, он сейчас как бы из двух частей состоит. Но его никто не трогает, потому что это оказался их обитат, как это, среда обитания да, для всяких птичек и каких-то рыбки. Я думаю, вот эзотерически, если посмотреть на это дело, он развалился от штормов только потому, что перестал выполнять функцию свою. Если бы там продолжалось вот это вино и женщины, да. его бы ничего не взяло. Ну, женщины бы спасли корабль, конечно. Да, но а так вот он, поскольку стал бессмысленным... Да, он так просто вот так вот стоит, пришвартованный, да. как бы ничего. И он продолжает его теперь как бы и распилить, и убрать можно было бы теоретически. Денег жалко, бы. Наверное. Нет, это как бы стала среда для этих птичек и все такое. И среду уже нарушать нельзя. Он нельзя. Уже как бы за эти все годы, за... Что это, почти уже 100 лет, он как да. бы стал частью этой окружающей среды, и его трогать уже как бы не положено, он как бы стал вот частью всего этого. Ну, тогда давайте мы закончим так, что то, что корабль до сих пор стоит и создает среду обитания для птичек, это очередной раз, мы можем сказать, что добро победило зло. Правильно. Вот. Это замечательный вывод.